Ну и не дня без свежей порции обвинений в адрес Франсуа Фийона. На этот раз журналисты раскопали, что кандидат в президенты Франции не задекларировал 50 тысяч евро кредита. Информацию обнародовало тоже сатирическое издание, которое ранее сообщило о незаконном трудоустройстве жены Фийона. Политик одолжил деньги у бизнесмена в 2013 году. По словам адвоката Фийона, упомянуть об этом кредите он просто забыл. К тому же он полностью погашен. Лидеры республиканской партии, несмотря на очередные обвинения, подтвердили, что поддерживают кандидатуру Франсуа Фийона.